На недавних соревнованиях на Кубок России по боксу среди молодежи блестящий результат показал супертяжеловес из Магнитогорска Дмитрий Митрофанов. Воспитанник спортивного клуба «Кредо» Митрофанов смог пробиться в финал, который проходил в Череповце, после сбора в Челябинске, во время которого определились участники финала Кубка России. На этом сборе Дмитрий нокаутировал чемпиона России Зайцева из Челябинска и поехал первым номером в Череповец. Было два претендента с Челябинской области в тяжелом весе, я и вот этот Зайцев, Саша. Был спарринг вот на сборах, я его нокаутировал. Тем самым я убрал его как бы с пути своего. Да. Так, а в Череповце сколько было боев и с кем? В Череповце я провел два боя. Вот. Первый бой я провел с первым номером в России. Вот. То есть я ему проиграл два раза. Два раза проиграл на обеих России в 94-м и 95-м году. На двух Россиях я ему проиграл. Вот. Ну, как мои тренеры сказали, было у меня вложено много средств, сил. Вот. Ну, и это помогло мне как-то выиграть его. Вот. Ты выиграл чисто у него по очкам или нокаутом? Я выиграл одну очку у него. А, вот так, да? Да. Бой был очень тяжелый. Победу я выиграл практически в третьем раунде. Вот, когда собрался и там дали советы опытные тренера. Жиганчин. Вот. Вот так вот между нами, если честно, что за совет был? Ну, подсказали более правильно вести тактику боя. Вот. Ну, и у меня получилось. Так в третьем раунде сил уже не хватает. Уже не до тактики, по-моему, нет? Ну, это как сказать. Боксер не только умеет бить кулаками, но он еще и умеет думать. В финале был чемпион Европы в 93-м году. Вот. Я его выиграл нокаутом во втором раунде. Вот. Бой, не сказать, что очень тяжелый был, но выиграл. Подготовили Диму Митрофанова к соревнованиям тренеры Дмитрий Валерьевич Лунев и Константин Александрович Матвейчук. Сейчас магнитогорский спортсмен готовится к поездке в Индию, где состоится крупный международный турнир, и куда он поедет в составе сборной России.